Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, приехал я после работы сюда. Конечно же, с утра всю рыбку покормил и все остальное поделал. И вот видите, за окном уже темно. И приехала мне вот такая вот посылочка. Видите, это все яйцо Артемии. Сейчас это надо все дело взвесить, потому что оно едет на отправочку. Надо упаковать по 2,5 килограмма пакетов. Вот, 10 килограмм здесь, по-моему, если я не ошибаюсь. И это золото аквариумистики. Вот такое вот яйцо. Выход очень хороший, прекрасный. И сейчас этим всем делом будем заниматься. Расфасовывать. Также сегодня еще неончик на нересте, и надо споймать немножко рыбки на заказ. Салатовая, бордовая и еще какая-то тернеция должна уехать с этого аквариума. Ну и в принципе останется желтая, пару штучек там красных. Что там останется? Еще немножечко, но надо над этим работать, потому что тернеции... В принципе, заказывают, а у меня их очень мало есть. Вот. И сотня Данюшки. Тоже надо споймать. Сотенку Данио. Так что, поехали. Работаем потихонечку. Начинаем с яйца Артемии. И немножечко поработал. Отсюда уехало у меня... Ой, 75 рыбешек. Вот таких вот красавец тернешек. И завтра они уедут с моей фермы в новые шикарные домики. Также расфасовано яйцо Артемии по 2,5 килограмма. Уедет оно очень-очень далеко. Хорошему знакомому с Италии, Сане. Также ничего больше здесь не сделал. Вот расфасовал Артемии. Надо ее закрутить и в морозилку. Потому что надо ее сохранять в морозильной камере. Чтобы она не портилась, яйцо, и было все, конечно же, хорошо. Поехал я высаживать рыбку и, конечно же, в первую очередь заниматься неончиком, который отнерестился или не отнерестился. Сейчас это все вместе, ребят, посмотрим. Вот, ребят, и немножечко я поработал. Что натворил, конечно же, сейчас расскажу. Собрал вот такой вот заказик. Тернешки 75 штучек и 100 штучек Данюшки. Вот таких вот. В общем говоря, заказик готов. Также разобрался я, конечно же, с неоном. Неон меня порадовал. Очень много отнерестилось. Очень много хорошей икринки. Ну, конечно же, есть всякие разные нюансы. То напутал пару, то еще что-то, то еще что-то. В общем говоря, я доволен. Потому что неон в цикле. Здесь немножко... Вот здесь вот тоже немножечко, где вода, это все, ребят, отнерестившийся неончик. И у меня, ребят, снова отнерестились вот опистограммы. Я хотел с самого утра убрать их отсюда и добавить метилена синего. И надо было так сделать. И смотрите, вся икринка в мхе, и ничего хорошего с этой икринки уже не будет, я так думаю. Ну, скорее всего, это 100%. Что ничего хорошего с этой икринки не будет. Будем ждать третьего нереста. Вот такой вот, так сказать, опыт. У вот этих так совсем проблем нету вообще. Сапфиры рулят, так сказать. Ну, доволен, доволен, ребят. Еще вот здесь вот неончик. Но неона надо наделать очень много. Хочу примерно тысяч так 10-15 наклепать. Пускай будет. Ну и пока я это все сделаю, я думаю, успею какую-то стоечку сделать в доме. И, в общем говоря, не знаю. Там дальше посмотрим. Также, вот такой вот выброшенный икринка, так сказать, выброшенная. Потому что здесь, ну, что-то им не понравилось, и они выбросили икринку вот в этом вот аквариуме. И пускай она так себе инкубируется. Также вот рыбку покормил, Артемия доспускается, надо в доме пойти покормить. И есть у меня, ребят, проблемки. Кто, возможно, знает, вот смотрите, видите,
Золотушка огроменная, и она пропала. Какая-то болячка, луска с нее слезла. Она и так плавала, вот на видео мне говорили, что она что-то там бешеная какая-то. Но как-то пропала. Я туда добавил лекарства, в аэрацию хорошенькую, но ничего не помогло, так сказать. Не знаю, почему и с чем это связано. Остальные все, никаких признаков, ничего нету. А вот это вот, я заметил, она начала перевертаться вверх брюхом и вот так вот потихонечку ушла в мир Посейдона. И работа на сегодня, конечно же, окончена. И я забыл, ребят, пройтись, посмотреть, кто-то там отнерестился или нет. Сейчас это сделаем. А вот по тернеции ничего хорошего с этим нету. Ни одна пара не отнерестилась. Ну, пускай сидят до завтра. А там дальше посмотрим. А это те, которые нерестились. Возможно, я их загубил тем, что очень большие перерывы между нерестами. И не в цикле. И вот так вот это все дело выходит. Ну, хорошо, что не он сработал. Очень классненько. Вот такая вот прекраснейшая рыбка. Ну и с вами был Александр. Всем приятного дня, очень хорошего настроения, мирного неба над головой. И до завтра, ребят. С вами был, с вас подписки, лайки, с меня видосики. Пока, до завтра.